Балетная труппа театра «Астана-Опера» продолжает свои гастроли. Казахстанский коллектив на сей раз блистал на испанских подмостках. В Валенсии состоялась премьера балета «Лебединое озеро». О том, как это было, расскажут наши корреспонденты. Валенсия – дворец искусств имени королевы Софии. Зал оперного театра стремительно наполняется людьми. Билеты на предстоящие 6 спектаклей раскупили в считанные недели, еще в сентябре, когда стартовали продажи билетов. И это несмотря на то, что это первые гастроли балетной труппы казахстанского театра в Испании. Наших артистов здесь ждали с большим нетерпением. Ценители классического искусства уже давно были наслышаны о театре «Астана-Опера». Зал битком. Зал большой, зрительный, волнительно было. И, ну, слава богу, все прошло успешно, и в конце действительно очень хорошо принимали, то есть люди прониклись нашими эмоциями. Знакомство с театром «Астана-Опера» для испанской публики началось с бессмертной классики – шедевра мировой музыкальной классики балета «Лебединое озеро». Для этого в Валенсию прибыли более 100 человек – артисты, костюмеры, гримеры, специалисты технической части. 7 машин с декорациями, более 200 костюмов, десятки реквизитов и более 6000 километров, разделяющих испанскую Валенсию и Астану, стоили того. Художественное оформление балета поражает своей роскошью и масштабностью. Премьере предшествовали долгие часы репетиции. Главные партии исполнили Айгерим Бекетаева, Олжас Тарланов, Серик Накаспеков и Женебек Иманкулов. Для нашей труппы это очень большая нагрузка. Мы до этого станцевали 7 щелкунчиков в Италии, да, и практически не было возможности порепетировать. И мы с моим партнером буквально за 2-3 дня мы как бы встретились и все обговорили. И сразу выходить на такую публику очень волнительно. За дирижерским пультом Арман Уразгалиев. Казахстанский дирижер стал во главе испанского оркестра Дворца искусств имени королевы Софии. Их высокопрофессиональное исполнение легендарной музыки Чайковского очаровало и поразило не только зрителей, но и самих артистов. Мне этот спектакль очень сильно понравился. Выступление было превосходным. Я видела «Лебединое озеро» не впервые, но эта интерпретация восхитительна. Впереди еще 5 выступлений в Валенсии, а затем труппа театра «Астана-Опера» представит шедевр балетного искусства в итальянской Генуе, где и завершит свои масштабные гастроли. Гульнара Жандагулова, Малика Назарова, Владислав Сытник, Хабар 24, Испания.